И с вами снова канал «Напряги извилины». И сегодня у нас будет несколько вопросов из телепередачи «Что, где, когда». И формат будет такой: вопрос-ответ. Поэтому не забывайте ставить видео на паузу. Вот. Ну что, приступим. Первый вопрос. Почему известный полководец Александр Македонский заставлял своих солдат брить бороды? Ставьте видео на паузу, думайте, пишите свой вариант ответа в комментариях. Ну, предположим, что вы уже подумали. И ответ. Почему же известный полководец Александр Македонский заставлял своих солдат брить бороды? Чтобы их соперники не могли схватить их за бороды. Это действительно помогало войску. Ну, и мы переходим к следующему вопросу. Почему коровы любят пастись на железных путях? Подумайте. Предположим, что вы уже подумали. И почему же коровы любят пастись на железнодорожных путях? Часто шпалы пропитывают гудроном. А он, в свою очередь, отгоняет москитов, которые доставляют дискомфорт коровам. Поэтому коровы и любят пастись на железнодорожных путях. И мы переходим к третьему вопросу. Еще в прошлом веке шахтеры из Америки брали с собой в шахты канареек. Зачем? Подумайте. Пишите свои варианты ответа в комментариях. Ну, предположим, что вы уже подумали. И мы переходим к ответу. Канарейки демонстрировали уровень вредных газов. Когда канарейки умирали, шахтеры поднимались наверх, так как мог произойти взрыв. Вот такие вопросы сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.